А в Мордовии развивают новый вид спорта. В Саранске состоялись первые игры по флорболу. По сути, это хоккей, только с мячом и без коньков. И играют в него в закрытом помещении. Цель та же – забить ворота противника как можно больше голов. Надежда Бушенева расскажет подробнее. Ребята занимаются флорболом. Это разновидность хоккея с мячом. Главная твердая поверхность, облегченная пластиковая клюшка – мячик. Вместо тяжелой экипировки и коньков – легкая форма и удобная спортивная обувь. Мы совместно с нашим отделом и Федерацией флорбола Республики Мордовия постарались организовать мероприятие, которое будет направлено именно на прививание навыков владения клюшкой и мячом и также вовлечение добровольцев молодежи в этот еще не до конца развитый вид спорта. Главное в этом виде спорта понять технику выполнения броска. Одни с легкостью отправляют мяч в ворота, другим для победного броска нужно изрядно потренироваться. Пока в одном зале молодые люди отрабатывают технику, серебряные волонтеры обводят мяч мимо конусов, тем самым отрабатывая простые навыки владения мячом и клюшкой под руководством опытного тренера. Для активных пенсионеров это совершенно новый вид спорта. Мы никогда такой вид не пробовали, но так азартно заниматься вот этой деятельностью, это очень-очень здорово. Мне, например, понравилось. Здесь меньше можно получить травм. Во-первых, мячик пластиковый, клюшки удобные, поэтому замахиваться ими сильно нельзя. Поэтому очень хороший, даже для нас, для пенсионеров, для серебряных волонтеров, в частности, это очень здорово заниматься вот таким видом спорта. Участники остались довольны и даже научились кое-каким трюкам. Организаторы уверены, тренировки будут популярны среди всех возрастов. И в дальнейшем возможно проведение соревнований по флорболу. Надежда Бушенева, Валерия Никитина, Анастасия Целигина, Денис Ноздрюхин при поддержке Народного телевидения Мордовии.